Доброго дня! Сегодня мы проведем небольшой обзор теплиц формы капелька. Значит, в наличии и стандартные теплицы у нас капельки каплевидной формы идут шириной 2, как мы видим, видите, 2 метра шириной. Идем дальше. 2,5 метра и соответствующие 3 метра шириной. 3 метра шириной. Видите, рядом поставили для того, чтобы было понимание, в чем различие. Также мы производим каплевидные формы шириной 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 до 12 метров шириной. Так называемые фермерские большие теплицы. В основном их применяют еще над бассейнами, ну и так далее. В чем преимущество, как мы видим, в каплевидной форме? Это красиво, изящно, капитально, и самый главный плюс — на ней, на теплицах формы каплевидной, не задерживается снег, он съезжает. Сейчас я вам покажу, как. Вот он, видите, съехал с этой стороны. Видите, как съезжает он, мне не держит. Только если у кого форточные блоки, мы их просим закрывать. Мы их специально закрываем, смотрим по нагрузке, сколько выдержит. Бывает большая и огромная шапка. Если автоматы на каплевидных, то лучше снять, потому что бывает зимой в теплице тепло. Но мы эксплуатируем, ставим год, посмотрим, выгнет, не выгнет. То есть экспериментируем и испытания проводим. Но клиентам рекомендуем снимать их. А снимаются они просто. То есть надо вот эту часть, вот, туда, вот этот набалдашник сдергивается, подвешиваете, смазываете шток маслом на зиму и все. И пусть он висит. Ну, можно занести домой. В этом году мы как бы всю линейку закрыли. 2 метра добавили в наш ассортимент. И она очень ходовая стала. Почему? Потому что у ней высокая получилась стена. И она занимает место мало на участке. Ширина грядок в ней практически такая же самая, что в трешке. Но высота стен, видите, загиб. Вот даже вот почему рядом, чтобы сравнить. Вот 3 метра и 2,5. Самое большинство покупает капелек 2,5 и 2 метра ширины. Видите, вот этот разрыв, загиб. Здесь вы практически ничего не посадите. Здесь, видите, прямая какой участок. Поэтому большинство берет или 2, или 2,5 метра шириной. Во-первых, экономия участка, то есть участка земельного, дачного. И плюс вы вырастите все то же самое, что в 3 метра шириной. Также, что в 2, что в 2,5. Но это будет красиво и аккуратно. Видите? Изготавливаем мы их из трубы, как обычно, уже в тысячный раз повторяю, из оцинкованной трубы. Покраска полимерно-порошковая, цвет 8017, шоколад так называемый. Конек, самая особенность, что не делают конкуренты, не знаю почему, конек двойной. То есть идет сначала основа, потом поликарбонат, потом второй конек. Это одно наше преимущество. Потом, значит, крепление идет, если труба идет 20 на 20, то болт 6, не 5, не 4, а М6. Если 40, то тут 2 самореза, 5,5. Такая пластина, все на сварке. Что еще рассказать? Подвидов и видов бывает множество, то есть, например, 3-метровый и 2,5, они бывают в виде крепыша или просто М, то есть из 20 на 20 трубы. Крепыш — это 20 на 40 трубы. Также в трешках, сейчас отойду немножко в сторону, бывает VIP. Мы ее придумали, многие просили, мы ее изготовили. Двойная дуга, как видите. Красиво, изящно, можно полочки делать и все остальное, что вашей душе угодно. Ну, повторюсь, двери, форточки стандартные, которые никто за нами не повторяет. Уплотнительная резинка в комплекте. Комплектуете теплицы вы на свое усмотрение, то есть можно дверь цельную, форточку, фрамугу боковую, форточку в двери, замок двойной идет, двухсторонний, ручка-замок, форточка в другом торце, если мы обратим внимание, видите, огромная, 880 на 900. Можно установить как на брус, как и на бетон, дополнительно, если на бетон, надо будет докупить уголок отлив, подкрепить низ. То есть вот, вот такая шикарная у нас теплица. Поэтому смотрите нас, задавайте вопросы. А вот поликарбонат дешевый, так сказать,
капельку дегтя. Вот этот поликарбонат в прошлом году. Это эконом дешевый. По 1600 рублей. Специально его оставил, кто покупает вот такое, буква Г большое. И которое продают большинство продавцов теплиц. Или вот премиум класс. Ну, как новенький. Вот так вот. Он начинает разрушаться. Говорят, вот град там все. Это разрушение верхнего слоя листа. Любой, он высыхает. Град пошел, и он пробил. Поликарбонат защиты. Он, видите, вот. Он, видите? Он треснул. Обратите внимание, да? Чик-чик. Качественный поликарбонат с защитой. Никогда с ним этого не произойдет. Только если лет через 10-15. Все. Вот это пример дешевого эконом-класса. Не покупайте дешево. Поэтому всем пока. Подписывайтесь на канал. Пишите нам комментарии. Ставьте лайки. И оставим вот на такой красивой ноте. С такой красивой теплицей. Как наша капелька. Заходите к нам в гости.